когда на церкви объявили, кто хочет поехать на миссию, я вообще не приняла это к себе. После обеда приезжает к нам сестра Люда и спрашивает меня: «Марина, а почему ты не едешь в Мексику на миссию?» Я говорю: «Почему ты не едешь в Мексику?» Я говорю: «Я уже два раза была в Канкун на отдых». Она говорит: «Это на отдыхе? Давай на миссию». Я как-то не приняла к себе, потом думаю, а почему бы и нет? Спрашиваю мужа, он говорит: «Как хочешь, решай, это тебе, это ты едешь». А я как-то дома справлюсь. Думаю, хорошо, попробуй. Звоню до брата Алекса, он спрашивает меня: «Вам больше 18?» Я говорю: «Да». Тогда, хорошо, тогда мы встретимся, поговорим. Я вас попробую записать. Так не получилось поехать в Мексику.